Всем привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Полина, и сегодня у нас на обзоре цифровое фортепиано Rockdale Arietta. Поехали! Модель Arietta вышла совсем недавно. Еще весной 2023 года Rockdale выпустил линейку инструментов под названием Toccata, Rondo, Bolero и, соответственно, Arietta. Это инструменты более классического плана, более серьезного с точки зрения звуковых модулей, возможно, какой-то начинки. Но, тем не менее, даже в этой линейке есть разница в зависимости от функциональности. Например, какие-то инструменты, они имеют максимально базовое количество функций, это какое-то определенное количество тембров, возможно, записи и несколько настроек эффектов. И есть модели, более оснащенные какими-то функциями, например, автоаккомпанементом. Arietta в данном случае относится к базовым моделям этой линейки. Здесь отсутствует автоаккомпанемент, но здесь есть 20 различных тембров, также есть функция записи, несколько эффектов. Собственно, по корпусу этого инструмента он выполнен в таком фактурном варианте под дерево, но при этом сами клавиши здесь пластиковые. Конечно же, здесь клавиатура из 88 клавиш. Здесь молоточковая механика, клавиатура градуированная. В этих инструментах это используется для того, чтобы ближе почувствовать ощущение игры, как на акустическом инструменте. Таким образом, в верхней части клавиатуры и в нижней части клавиатуры отличается тяжесть самой клавиши. То есть, чем выше нота, тем легче клавиша. И, соответственно, наоборот, чем ниже звук, тем, соответственно, тяжелее приходится нажимать на клавишу. Клавиатура чувствительная к нажатию. Здесь 4 степени чувствительности. От полного ее отключения до самой тяжелой. И поэтому, не откладывая в долгий ящик, предлагаю все-таки послушать тембры, которые здесь у нас есть. У нас есть два основных тембра фортепиано. Это Grand Piano и Piano Bright. Послушаем, как же они звучат. Послушаем тембр Bright Piano. Теперь попробуем послушаем тембр органа. Или, например, здесь есть тембр клавесина. Конечно же, здесь есть тембр струнного оркестра. Или, например, здесь есть тембр нейлоновой гитары. Давайте посмотрим, как он здесь звучит.
Здесь оказалась очень приятная библиотека тембров, и несмотря на то, что здесь не максимальное количество голосов полифонии, здесь их только 192, в отличие, кстати, от аналогов этой же серии, где 512 голосов, но тем не менее, даже для гранд-пиано здесь очень наполненный, насыщенный звук, он даже похож на какие-то рояльные акустические тембры, поэтому, на мой взгляд, здесь именно функция фортепиано выполнена прекрасно. Как я уже говорила ранее, здесь есть предустановленные композиции. Их здесь 30 вариантов. Это в основном какие-то классические известные произведения, но и есть что-то более современное. И также производитель позиционирует, что в этих инструментах имеется функция обучения. Скажу сразу, что здесь она довольно специфическая. Она точно не подойдет тем, кто только начинает заниматься, потому что здесь, во-первых, нет уровней обучения. Во-вторых, композиции, которые представлены для того, чтобы обучаться, они скорее для профессионалов, нежели для начинающих музыкантов. И суть обучения здесь только в том, что музыка звучит только в тот момент, когда вы нажимаете на клавиши. То есть я продемонстрирую, как это выглядит. Здесь абсолютно не важно, какие клавиши вы нажимаете, но музыка будет звучать только тогда, когда вы касаетесь клавиш. Для того, чтобы войти в эту функцию, мы зажимаем какую-нибудь клавишу в нижней части октавы и зажимаем одновременно две клавиши вверх-вниз. И сейчас, начиная нажимать на клавиши, будет звучать музыка. На мой взгляд, это больше развлекательная функция, нежели какая-то учебная. Но, тем не менее, если вам хочется поразить кого-то из ваших гостей, друзей или какую-то большую публику, вы можете аккуратно воспользоваться этой функцией. Функция Split позволяет нам визуально разделить клавиатуру на две части. Таким образом, в левой части клавиатуры и в правой будут звучать одновременно два абсолютно разных тембра. Сейчас попробую показать, как это будет звучать на этом инструменте. Для того, чтобы активировать функцию Split, нам нужно зажать клавишу Grand Piano, немного подождать и включить нужную клавишу On на нашем инструменте. Попробуем сочетать два тембра, например, гитару, и сверху будет фортепианное сопровождение. Можете выбирать абсолютно два любых тембра. Если вы используете какой-то определенный тембр до включения функции, он будет в нижней части клавиатуры. После того, как вы включаете функцию, у вас есть возможность выбрать из библиотеки верхний тембр вашего инструмента. Ну и для того, чтобы отключить, соответственно, мы также нажимаем клавишу Grand Piano и нажимаем клавишу с названием off. И теперь немного про дуал. Дуал позволяет нам наложить один тембр на другой, таким образом также сочетать два абсолютно разных тембра. И попробуем сейчас сделаем это с фортепиано и, например, со струнным оркестром. Thank you.
немного по выходам, которые есть у этого инструмента. Внизу под инструментом есть выходы line-in и line-out. Есть разъем USB-B для того, чтобы подключить инструмент к компьютеру и, например, работать с ним в какой-то вашей программе для создания музыки. Разъем непосредственно для блока питания. И внизу слева имеется два разъема 3.5 под наушники, то есть можно подключить пару наушников, и звук будет уже непосредственно звучать в них. Таким образом, никто другой больше не будет слышать, что вы играете на инструменте. Ну, еще по внешним характеристикам этого цифрового фортепиано. Здесь, конечно же, в комплекте идут стойки, идет блок из трех педалей. На верхней панели здесь у нас пюпитр для нот. Здесь даже есть специальные такие подставки для того, чтобы ноты не сползали. И еще здесь присутствует выдвижная крышка, что довольно компактно для таких инструментов, и при этом позволяет сохранять клавиши в хорошем состоянии, чтобы туда не попадала никакая пыль или какие-то еще дополнительные источники загрязнения. Ну и по цветовой гамме этот инструмент у нас выполнен в белом цвете, и помимо этого он также есть в варианте черном и цвете Rosewood, это такой темный коричневый, поэтому можно выбрать инструмент на любой вкус, какой вам понравится. Ну, я думаю, что можно подводить итоги. И хочу сказать сразу, что по сравнению с его аналогом, например, Rockdale Toccata, который мы делали не так давно, хочу сказать сразу, что с точки зрения фортепианного тембра Arietta гораздо лучше звучит. Конечно же, у него очень упругие клавиши. Это может быть не всем привычно в сочетании, если там сравнивать, например, с Yamaha или с Casio, у Rockdale, пожалуй, клавиши ближе к Роланду, они достаточно тугие, но по звучанию он совсем другой. И здесь, безусловно, первое, на что я обратила внимание, это на качество тембра фортепиано. Поэтому для тех, кто занимается профессионально на инструменте, пожалуй, этот вариант один из самых хороших, поскольку здесь нет никаких дополнительных функций, то есть, по сути, все основные требования он выполняет, и есть даже какие-то дополнения, да, в плане того, что, например, записать одну дорожку или там еще какие-то добавить звуковые эффекты, но в целом самое основное — это именно звук и именно качество нажатия. Здесь, пожалуй, на мой взгляд, одно из самых лучших из линейки цифровых фортепиано Rockdale. Ну а что думаете вы по поводу данного инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. А с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Кат? Сейчас, спасибо. Подожди, давай решим на...